общем, замок дает им вниз. Ну, бой не из легких, скажем так, то есть это морей, как слиться, так и выиграл, в общем, выиграл и то. Если крутить через мистиков, можно через рифов, чтобы мы теперь их поддержали. Вообще не связан на этом взрыв. Но это не край морей. Когда запас достигает 100%, то 15% от начальной численности. А вот эти взрывы не крайнерии. И за счет этого некроэнергии уже там наносит какой-то там урон. У каждой 10-18 точно там 300-540 там. Ну, троих хватит, чтобы трех вампиров там. И воскресает... Волна нежити вокруг воскрешает в своем отряде до 10% рекрутиальной численности. Ну, 316 еще могли еще 20, там, допустим, миллион, потому что они тут только 2 воскреса, там 1,6, ну, может и 2 тоже. То есть не сильно влияет. Ну, типа и немного. Или типа не рядом охраняли, так получается. Если переиграть, например, тогда не будет ярости, будет мана пассивно, а ярости медленно, как вот это будет, ярости мана. Но все равно кого-то положим обязательно. Тех мистиков и еще какой-то там, например. Ну будет, ну в лучшем случае не 79, а там 59 или 55, там, половина, короче, 96. Там, половина змея останется. Еще там пару паладинов и вылетит. Дурозы, иронический мах, вообще не 15 тысяч там. Да что мы выиграем. Потому что мистика, вот то, что там 13, этих 16. Как и тут. Ну тут больше, значит, 8. Но они стреляют. 5-8 попсов. Телекинез, да. А, ну один раз всего перебил. Вообще мы зря купились, у него упах вот этот заряд один. Не перезарядка. Только один раз один отряд. А тут вот, конечно, магический щит на 3 хода вдвое снижает, включая цели. Дает цели магическую защиту, но 3 хода снижаем. Получаем цели урон. Только непонятно там. Тут защитить, что. Ну, скорее всего, что это и физ урон. Ну и магия какую-то это надо было защитить. 138, 150. Их много. Грифы они сейчас призывают эти. А у них есть риск? Да, их там 22, таких по 250. Еще раз. Можно вымывать врагов в места, где
Арена даст вам преимущество. Это от зависит от. Ну это мы купили магию у них. За вампира в армии уже минус 20. Там бы не надо, мы мистиков бы тратили, не надо было перекупать ничего. Где-то было. А вот 10. Невидимость. Скрывает отряд от врага, в общем, туман войны. И позволяет перемещаться по полю боя, не опасаясь. Исчезает, если индивка атакует врага или использует способность. Но за 2 раунда можно куда-то дойти, ну, 2 раза переместиться. Да, допустим, ну, невидимость. И пойти куда-то, да? И дать источник магии, если еще ходы потом проатаковать и поднять их и вести какую-нибудь медиуму, вернее, восстановление там какого-то отряда, типа вампиров, типа. Ну то есть должно работать. Ну что, если прямая возможность такая. Сколько угодно. Скорно крыло. Портрет дракона, портрет развёрнутый. Красного дракона присоединена инициативу людям. Инфо-бомба. Все плюс 5% вероятности критического удара. Тем же самым. В общем, а, вот плюс 1 инициатива, это самое Искарина. В общем, замучено под дракона, Искарина, как по Валерии. Плюс 1 инициатива. Ну, 47 тысяч, она синтетика. Магия замедления. Но можно использовать без затраты. Стрелки есть. У которых. То есть, чтобы такое взять, как мы хотели, полтоса. У гоблина подобраться, да. К нему. Огромная сила. Это в бонусах это тоже было. 500 варваров. Огромная сила. Да. Туман. За счет их дешево. То есть там была выгоднее их. Мост на самом бесконечный мост.